обогнал в нем вперед. Да не секрет, чем тут забита голова. Мура. Там, где мака на странная сила, то, что не купить за бабло. 150 евриков есть. Ты мне хочешь подогнать бабло за то, что мы встретились, чувак? Ай, ебать. Да, похуй, что 150 евро, нормально, давай встретимся. Дашь мне 150 евро, купишь мне еще бутылку пива, будем с тобой вести беседу, пока пиво не кончится, бутылка закончится, я не скажу все, фидерзейн, и съебусь. Без базара. Это продлится минут, наверное, ну, думаю, 10. Я могу литр вообще-то так за минутку накатить, ну, или вообще-то так за 2-3 глотка выпить. Ну, а 10 минут с тобой посижу, да. Получается, будет 150 евро за 10 минут. Хороший часовой заработок. Эй, онлайн гейн джи. Контакт менеджмент здесь. Пацаны, если у вас есть какие-то люди, которые в Казахстане мутят дела, типа как Макси ФМ или еще какие-нибудь, пишите контакт менеджмент. В личку кидайте ссылки каких-то казахстанских пиздатых пацанов. Герман приезжает с контакт-менеджментом в Караганду и будут делать дела. Так что, если что есть, пишите. Ой, бля, зеваю, пацаны. Литровую бутылку. А я ебу, какое пиво продается у вас в Рашке. Что слушаю, кроме рэпа? Слушаю блюз, слушаю джаз, слушаю трэп, слушаю дабстеп, слушаю классику. Что я еще слушаю? Да хуя музла слушаю, ебать. Пока сэмплы ищешь, прослушиваешь все. И вся музыка прекрасна. Чё за тихий дом? Не слышал я. Пацаны, я уже хочу спать. Я, походу, здесь ненадолго. Время у меня 20:26. Ебать, всё, у меня начинают слезиться глаза. Как тебе Ремдига? Ремдига красавчик вообще. Ремдига рулит. В прямом смысле слова. Бог слушает все, кроме, блядь, вашего говнорусского рэпа, который вы сейчас все гоняете. Ладно, если вы гоняете фараона, то я фараона тоже частично гоняю. Но слушаю и выключаю, но мне нравится. Но долго не гоняю. Бля, пацаны, я все хочу спать, я ненадолго. Давайте быстренько вопросы накидали сюда, нахуй, я на них ответил и поебашу дальше. Давайте, спросите меня что-нибудь про божественную жизнь, про дьявола. Я вам расскажу, как нужно обращаться с дьяволом. Что нужно делать, чтобы не попасться дьяволу на удочку. Как обращаться с дьяволом, например, если ты вступаешь с ним в контакт. Как можно наебать дьявола? Такие вопросы можете задать, я на такое легко отвечу вообще. Бля, сейчас тренируюсь, но тренируюсь немного, и если тренируюсь, то не на массу. Сейчас такая ситуация в жизни. Бля, пацаны, кстати, сейчас на Твиттере сидел, и там Алина Лапицкая прокомментировала кое-что. Я увидел первый раз в жизни такой отрывок чувака, который из Bad Balance. Это который этот, из Купера его зовут, из Bad Balance, да? И, короче, типа, у него интервьюшка какая-то была, типа, хип-хоп от первого лица. И я, короче, не могу найти полную версию этой хуйни, потому что он, блядь, шизик или чей хуй помешку какую-то хуйню-то задвигает. И мне интересно, короче, посмотреть про этого человека полностью этот выпуск хип-хоп от первого лица. Если у вас есть ссылки, кидайте мне в личку ВКонтакте или здесь, я не знаю. Мне хочется посмотреть это дерьмо.
все рэперы попадают в ад. Я тебе скажу так, ада нет, но все рэперы, которые живут, они живут в аду. Вот это факт. Ну, я тебе могу сказать. А я бог. Блядь, вот серьезно, ты спрашиваешь, как тебе клип или Мэйта? Ты ж по-любому читал на Твиттере или здесь, или таки на нём ржу, блядь. Почему ты меня спрашиваешь, чтоб я сейчас повторился? Почему ты просто не напишешь, блядь, что ты тоже ржал от этого клипа, или что тебе он понравился? Почему ты меня спрашиваешь второй раз? Это ж долбоебизм. Это ж, блядь, лишнее... Это ж лишнее потраченное время, которое ты, блядь, потратил на то, чтобы спросить меня. Ты знаешь ответ. Нахуя, блядь, тебе задавать вопрос, на который ты знаешь ответ, блядь? То же самое, что подходить к маме и спрашивать ее, любит она тебя или нет, когда ты знаешь, что она тебя ненавидит. Вот скажи мне, а? Да, и каждый, кто с клипа Саймя у него угорал, то долбоёб. Бля, мне так смешно было, когда Димон, Дима Шок, на Твиттере писал про прогресс молодежи и что даже Сэймяо является частью прогресса. Это было так смешно, мы потом с Димоном так small talk небольшой на эту тему провели и закончили small talk. Блядь, Сэймяо самый смешной рэпер. Это самый смешной клип всего года, отвечаю. Я ему дам премию, нахуй. Я приеду, блядь, в Россию, спущусь с небес и дам ему просто премию за самый смешной клип. Это, блядь, такой уебан. Блядь, реально. Вот реально, пацаны, если там клаут рэп, вся эта хуйня, да? Это, блядь, пацаны, которые реально не с района, да? Им не нужно быть с района, не нужно быть быдлом, блядь. Им нужно ничем быть, да? Это, блядь, пацаны кислотные или пацаны укурыши, еще кто-нибудь. Да, блядь, Сэймяо, нахуй, это просто, блядь, блогерский пидор. Который, блядь, делает рэп и не знает, как его делать. Он не знает, блядь, в какую щель ему залезть. Он не может найти себе нишу. Блядь, что он, наверное, взялся за настольный теннис? Ты серьезно, блядь, в этой шматине? Ёбаный в рот. Как стыдно, сука. Какой, блядь, вообще полный пиздец был, когда я это увидел. Это так стыдно. Блогерская хуйня. Сэймяо, понимаете, на уровне, блядь, ну ладно, окей, по рэпу на уровне не с Ларином, но, блядь, это та же хуйня. Они, блядь, метаются как долбоёбы и не знают, куда им залезть. Это стыдно. Стыдно. Вы не знаете, кто вы. Стыдно. Противно. Меня тошнит. Меня тошнит, когда я это вижу. Я сначала ржу, а потом меня тошнит, и мне хочется блевать в монитор. Мне хочется блевать струей, блядь, как из пожарного шланга. Вот так мне хочется блевать, когда я вижу это дерьмо. А прогресс, конечно, идет, звук у него неплохой, что биты нормальные. Не знаю. Все равно хуило. Говнище, сука, я так ржал, пацаны, бля, реально. Как вот вы можете относиться к такому равнодушно? Это, блядь, это ж пиздец смешно, это такое позерство, сука, бля, это пиздец. Отношение к Стиму. К Стиму нормальное отношение, к Билли Миллигану говно. Билли Миллигана ебал отец в детстве. Бушиду лайф. Что там Бушиду? Иди Бушиду, хули ты будешь здесь сидеть, блядь. Слушай, как там Бушиду разбирается с какими-то контрактами или отмазывается, блядь, что он не Швулин Файндлих, сука. Шалом, шалом. Шалом, 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 шалом. Как относишься к топору? На кашу его надо пустить, ебать. К фараону отношусь хорошо. Хороший пацан. Делает клауд. Не косит под боунса, но делает хорошее музло. С новым домом? А, которая сегодня выставила в истории, ну, блядь, нужно подождать. Подожди. Сервус, сервус! С какого ребра, блядь, женщина это не ребро, это грязь из-под ногтей. Бля, я буду не слушать это без этого.
Вы, блядь, для вас клауд это просто определенная читка и грустненький или такой более меланхоличный или какой-то воздушный бит. Как ты, блядь, вот чем отличите обычный клауд от трэпа? Чем? Да хуй вы чем отличите только атмосферы. Самое охуенное, что вся движуха white трэшеская, да? Что она идет своим ходом, и это охуенно, да, как бы белые, у белых своя культура наконец-то появилась, которой они могут нормально заниматься, да, и у них это хорошо получается. Потому что как бы раньше все белые косили под нигеров, да, или под какие-то другие жанры, которые были сделаны не белыми. А теперь white trash, да, это реально белая движуха. Но в чем прикол, бля, самое смешное, что приходят нигеры в white trash и делают черный white trash, black white trash. И они это делают пиздаче, блядь, чем белые. Это такой пиздец. Черные, блядь, это как... Они приходят и улучшают хуйню белых. Если дело о музыке, о танцах, о баскетболе. Вот реально такие люди, как, например, Night Lavelle, да, например, приходят. Да хуя сейчас черных в клауде вообще. Как бы вообще чисто white trash-овская хуйня, но черные приходят и улучшают, это охуенно. Скоро будет black trash. Я уже давно, я один из первых, кто продвигал трэш, это был German Trash. Так даже будет называться один трек на микстейпе. Все, пацаны, короче, я начинаю опять зевать. Какой спорт нравится? Литербол. Пахуизмобол. Пиздобол. Когда тёлкам в промежность спинаешь. Какие еще болы есть? Хуй знает. Ну слушай, какая грустненькая песня. Все три стихи. Прости, прости, что забывал о главном, когда на пути. Хуенный сэмпл, пиздец. Ради бога, прости, ты должна знать. Короче, пацаны. Я устал. Боженьке нужны силы, чтобы завтра править миром, чтобы создавать новые миры. Скажу вам одно, не играйте с дьяволом, будьте с Богом. Не идите на сделки с дьяволом. Я знаю, что дьявол предлагает вам многие вещи. Дьявол вас зовет, заманит вас печеньками, заманивает вас сучками, заманивает вас богатством, роскошью. Успехом, знаменитостью. Не ведитесь на дьявола, пацаны. Будьте с Богом. Живите по-божьему. Бог прошел через все. И дьявола победил. Так что я вам даю совет. Не ведитесь на дьявола. И на этом моменте спокойной ночи. Всем удачи, ребятишки!